И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому дрону, который я еще никогда, мне кажется, не юзал, не тестил, не смотрел. Это дрон Ловкач. Сегодня у нас пятница, 30 число, и именно в этот день у нас произошли в игре изменения, с которыми дрон Ловкач теперь имеет скорость, как у Кризиса, имеет дополнительные там какие-то плюшки с расходкой, но я особо не вникал. Главный плюс — это большая скорость дрона, и по сути это та же самая скорость, которая имеется у дрона Кризис, только при этом вы на этом дроне можете прожимать также другую расходку. Потестируем сегодня его, посмотрим, насколько он имбовый, нагибает, разваливает или нет. Ну и полноценно оценим его шансы. Я, как и говорил, на тестовом сервере я тестировать подобные вещи не буду, потому что они могут быть изменены, и что-то поменяется. Ну а когда у нас этот дрон уже сегодня именно появился на основном сервере, то мы полноценно его тестируем. Если вам нравятся видосы игрового формата, хотите видеть подобные быстрые влеты и обзоры, то поддерживайте видеоролик лайком. Я буду стараться, в свою очередь, быстрее все это дело выкладывать и, ну, показывать, снимать какие-то плюшки и, возможно, дополнительные вам преподносить, и фишечки, если они будут таковы. Юзаем Ловкача, можно так сказать, с дефолтным вооружением для дрона Кризис. То есть это хоппер, режим регби, молот я взял с блендербасиком. Ну и хочу полноценно заценить вот эту вот бешеную, замечательную скорость и посмотреть, насколько жестко он будет разваливать. То есть мы видим, что скорость, как у Кризиса, может быть чуточку медленнее, и то я сомневаюсь, но при этом я могу прожимать также другую расходку. То есть если я на Кризисе мог бы сейчас ехать на одном дроне, то здесь я, ой, на, ну то есть на одной расходке, то здесь я могу полноценно использовать также и другие расходники. Скорость бешеная, очень крутая. Ну и за счет того, что я могу прожимать другую расходку, это все окупается очень жестко. Плюс на нитру, я так понимаю, кулдауна нету. На всю другую расходку кулдаун есть. Но доставочку вторую оформляем. Вот так вот за минуточку быстро два флажка ставим. Шикарно, шикарно. Вот это, можно сказать, бесплатный дрон Кризис, да? Только еще и фул расходку можно прожимать. И теперь подумайте, зачем вам дрон Кризис, если у вас есть такой вот замечательный дрон, с которым вы можете полноценно, ну, просто вот так вот брать, ну и наваливать. А молот с блендербасиком, как по мне, вообще идеально подходит для подобных вооружений. Так, доставочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Не оформляем, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Два уже доставили, могли бы еще и третий сейчас дать. Ну ладно. Так, по расходке надо сейчас подумать, что мне лучше прожать. Наверное, ДДшечку. На нитру у меня кулдауна нет, поэтому нитру я могу прожать в любой момент, который я захочу. Ну и попробую сейчас увести. Если мой тиммейт сейчас мне скинет, было бы вообще великолепно. Он, как я понимаю... Ой-ой-ой, скидывать ничего не хочет. Братанчик, давай. Вези, братанчик. Вези. Давай-давай, братанчик, давай. Надеюсь, что тебя чпокнут, я сейчас как вылечу. По красоте, у меня еще следующий будет с овердруевом. Замечательный. Но нет, наш доставил. Хорошо, окей. Ставит тоже неплохо. Но скорость, смотрите, какая. Вот так вот даже на хоппере, который якобы не нагибает, стрейфа можно такого давать жесткого, лютого. Ну, в регби точно есть смысл использования данного дрона. Я уверен. Может быть, в CTF-очке тоже, но сегодня будем тестить исключительно в регби. Все-таки это, ну, дефолт кризиса, да, то есть где кризис можно с хоппером реализовать, правильно? В подобном режиме. Блин, ну зачем ты опять у меня забираешь, а? Какая зараза. Забирает и стоит. Ну и зачем ты стоишь? Чем ты берешь тогда, если ты стоишь, братанчик? Для чего ты это делаешь? Так вот, хопочки, и сразу с овердрайва. Ой, шикарно. Ну это просто габелла. Просто бесплатного кризиса накинули всем. И... ну, я не знаю, что тут говорить. Что тут говорить? Что тут говорить, молодые люди? Не о чем говорить. Здесь просто комбинация очень жесткая, да, еще и
расходку full можно прожимать. Full. На кризисе одну прожимаешь, а здесь full прожимаешь. Вот и скажите мне теперь, зачем вам нужен кризис? А зачем вам нужен дрон, на который многие даже донатили в космосе? Для чего? Если вы можете просто взять ловкача и наваливать на нем, а? Зачем? Вам, по сути, больше и не нужен кризис. Все. Все, просто скорость такая же самая. Летишь, что бешеный. Если бы мне давали бы тут все доставки сделать, я бы уже бы 5 поставил бы. Ну, не хочешь скинуть, братанчик? Братанчик, не хочешь скинуть? Я бы сейчас бы как влетел по красоте. Ой, хорошо. Давай, давай, давай. Полет, полет, полет оформляем. Вообще найс. Просто. Ну, это... Ну, что я могу сказать? Жалко, у меня на основе не докачан этот ловкач. Но я думаю, что если на этом видосе 200 лайков набирается, то мы сразу на основе без скидок, без ничего бахаем сразу фуловый. Мне там 4 или 5 шагов осталось. Я посчитал, там около ляма мне надо потратить. Давайте, 200 лайков здесь. И я на основе сразу бахаю. Просто сходу. Сходу на основе бахаю. Тёмочка против заходит тоже на блендербасике. На хоппера жирки. Такой вот профессиональный, да? Ну, он, конечно, выходит, но мы ему переветик передаем. Он, я думаю, что понял, что тут происходит. Ну и пытаемся вылететь. Пытаемся сразу жестко залететь. Может быть, получится, может быть, не получится. Так, стрейфа бокового даем. Ой-ой-ой, широко, хорошо. И, ай, не успел вертушечку еще оформить. Вертушечку можно было красивую бы оформить. Было бы вообще шикарно. Так, ладно. Давайте пробуем. Пробуем сейчас вот этот еще забрать. Шикарно контролировать дроповую расходку, да. Если у тебя будет ДАшка, ДДшка с нитрой, ну, это просто габелла, да. То есть тут можно такие приколы делать. Лютые. Вот так вот, например, вот так, хоп. Даем, да. Можно даже так здесь от стеночки, смотрите, так можно. Хоп, оп. И дополнительный полет через верх. Оформляем себе и доставочку. Мне очень нравится, что теперь можно просто спокойно кайфануть на такой же самой быстрой скорости. Даже не донати ни на какие кризисы, да. То есть и даже при этом кризис, по сути, с этой обновой получает, ну, вообще... С таким ловкачом кризис вообще не нужен. Просто абсолютно. Для чего он нужен? Ну, ни для чего не нужен. Ты можешь с ним просто наваливать по-жесткому и все. Ты просто берешь ловкача и даешь на скорости бешенейшую имбу. Просто бешенейшую имбу. Вообще идеальная тема. Ой-ой-ой-ой-ой. И корпус не двигается. Просто, не знаю, меня прижали. Я ничего не смог сделать. Ладно, наш тиммейт, наверное, там доставят. Ну, катки быстрые, то есть, ну, все шикарно, все шикарно. Хоппер еще пока не полностью убит. Реализация ловкача на максимум просто может быть. Я уже для себя понимаю, что я буду делать в ближайшее время с этим замечательным хоппером. Это жестко, но на основе надо еще, конечно, выкачать. И здесь, если выкачу, то будет вообще шикарно. Так, опять диктатор подбирает мой мяч. Зачем ты берешь его? Объясни мне, пожалуйста, друг. Зачем ты берешь мяч, если ты его не везешь? Что ты хочешь здесь с ним сделать? Ой, долечу, хорошо, шикарно. Доставочку. Оп, оформляем. Я не знаю, потерпит ли изменения какие-то, претерпит этот дрон. Но если он не претерпит изменения никакие, то молодые люди. Покупаем обязательно. Обязательно покупаем. Это габелла. Это просто габелла. Это очень жестко. Это очень жестко. Это прям вот реально очень жестко. Я вам скажу, что... Кайфануть можно. Без доната никакого. Не надо никакие деньги вкладывать. Все за кристаллы покупается. Берешь и вот так вот просто летишь, что бешеный. Вот так вот опачки на ему вхарю. И так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп, боковым стрейфом доставочку оформляем. Вот это я понимаю движение. Это скорость, вот эти доставки. Вот это все реализуется на изи каточке. И для этого не нужно иметь никакого кризиса, да, который там надо выбивать откуда-то, там как-то сложно получать. Берете хоппер, вкачиваете ловкач, берете пушку какую-нибудь, ну типа молота, да, которая удобно накидывать дэмэдж и скоростью летишь, и все. Полностью дрон на 100% лучше, чем кризис. Плюс, я так понимаю, что он хавает только дополнительную нитру, да? Больше он
Ничего дополнительного не хавает. То есть вообще по эффективности, по съеданию припасам, по всему прочему, идеальный, просто идеальный дрон для регби. И я думаю, что вам определенно стоит его попробовать потестить. Если кто тестил, обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Я считаю, что это лютейшее имбище. Ну и вам советую тоже его приобретать, смотреть, думать. Я буду сейчас катать на стримах, рассматривать его. Ну и на основе надо докачивать. Определенно надо докачивать. Если я до этого не докачивал дроны, потому что они мне были не нужны, то сейчас я понимаю, что определенно этот дрон мне прямо сейчас нужен фуловый на основе, и я буду просто с ним катать и наваливать по максимуму. У меня, друзья, на этом сегодня все. Если вам понравился видеоролик, обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, что вы думаете по поводу ловкача. Будете ли на нем гонять, нагибать или же нет. Или же вам надоел хоппер, ловкач, шляпа какая-то усатая и все. Пишите, почитаем, посмотрим. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, друзья.